Надя, там кто-то в салоне ест сало, и что-то копченое, я сало люблю, и что-то так захотелось. Пойди попроси, скажи, там пилот захотел кусочек чисто, типа бутерброд кушать. Давай, попроси. Вы знаете, вот наш пилот услышал, что пахнет салом. Он просит вас, чтобы вы ему кусочек отрезали. Ну так ему захотелось, если можно. Ой, вы знаете, ну конечно, ну даже неудобно, но я вам серьезно скажу, вин его есть и не будет. Он сказал, что ты его есть не будешь. Да как не буду? Ну скажи, что буду, чего же я не буду? Я же слышу, пахнет вкусно, давай попроси, давай, давай. Он сказал, что будет есть. Да не, я серьезно вам говорю, что он ест, и его не будет. Ну а чего не будет-то? Да потому что я ему не дам.